Дорогие друзья, всем привет! Женек, компания LuxWheel. Сегодня первая встреча наша с вами в 2022 году. И первый, так сказать, обзор. Вот такой скутер, электроскутер. Он же мини-ситикока от компании White Siberia. Да-да-да, сейчас спокойно там, не горячитесь. Не новинка, но для нас это новинка. Мы обозревали данный самокат, электросамокат, электроскутер в прошлом поколении. В общем-то, достаточно его раскритиковали. Кому-то это понравилось, кому-то не понравилось. Но в любом случае, как было, так было. И вот сейчас White Siberia, а мы знаем, что White Siberia любит и слышит, главное, нас, и любит дорабатывать свои модели. Вот как раз-таки, друзья мои, встречайте White Siberia 1200 Lite. Собственно, есть, почему Light? Есть такая же модель абсолютно, но только с широкими колесами. Как вот видели, в Ситикока ездят вот эти большие с большими колесами. Только такие мини-большие колеса, такие бублики как бы. А здесь отличная резина, 12 дюймов, достаточно узкая, в общем-то, мягкая и по любым покрытиям вас провезет. Но давайте разбираться в деталях. Я знаю, что сейчас достаточно молодая публика подписчиков, которые у нас есть, наверное, выключили обзоры и ушли. Ну да бог с ним. Мы расширяем наш кругозор подписчиков. Здравствуйте, бабушки и дедушки, тетушки и дядушки, и дядюшки. Это обзор для вас. Вот. Данная модель, почему я говорю для вас? Потому что она, в общем-то, повторяет собой концепцию вот этих больших ситикок. Но в данном случае это мини-вариант. Такой вариант легко помещается на балконе. Если вы будете использовать его в городе, то понятно, что он легко поместится в большой грузовой лифт. В маленький лифт, скорее всего, вот, который во всех этих домах, среднестатистических девятиэтажках и так далее есть, наверное, туда он не влезет. Но опять-таки поехать на рыбалку, съездить в магазин, до поликлиники, еще куда-либо, реально легко. И вот почему. ТО не нужно, заправлять не нужно, менять масло не нужно, там элементарно вот эти вещи, которые делаются с ДВСом, не делать не нужно, но при этом вы получаете точно такой же скутер. А я видел бабушек, которые гоняют на скутерах, там до 50 кубов. Вот это та же история. Вот смотрите, давайте по детальным. Спереди высокий удобный руль, который складывается, он же еще, видите, велосипедного типа, он реально очень удобный. Руль складывается, как, в общем-то, по лучшим канонам. Вот смотрите, я тяну и... Да что ты будешь? Все у нас тут подзамерзло. И вот таким вот образом, видите, да, сразу высота становится, в общем-то, в одной плоскости. И по большому счету легко можно хранить на балконе. Я сейчас покажу, почему, в общем-то, технике ничего не угрожает. Аккумулятор здесь съемный. То есть компания White Siberia от больших своих ситикок полностью перетащила свой опыт вот на мини-модель. И это очень круто. Съемный аккумулятор, который прячется в деке. И я вам покажу сейчас, какие возможности существуют у него для тюнинга. Это просто вообще бомбезно. Итак, руль сложили. Удобно, можно дома хранить, хоть в квартире, хоть в доме, хоть в сарае, да где, в общем-то, угодно, потому что реально аккумулятор сняли, и больше ему ничего, в общем-то, электрики, электроники не угрожает. Вилка передняя, она уже гидравлическая, то есть с маслом, нас услышали, здесь не просто пружинка, вилка реально мягкая, и мы, на самом деле, на этом электроскутере проехали достаточно большой километраж, ну, если можно так считать, 20 километров мы проехали, 24, посмотрите, вот сейчас на улице мороз. Вот, и посмотрите, как работает мягко передняя вилка. Ну, то есть, вот, я прыгаю, смотрите, никаких пробоев. Никаких пробоев нет, то есть, нет никаких ударов, никаких ограничителей и так далее, ничего не гремит, это хорошо. Хорошие, полноценные рабочие крылья, то есть, видите, да, покрышка не выступает за ширину крыла, соответственно, вот с одной стороны, конечно, плюс, видите, да, крыло достаточно низко, защищает, в общем-то, и деку, и ноги, и наездника от полета, так скажем, брызг. Но, по большому счету, если вы решите где-то преодолеть даже небольшой бордюрчик, наверное, засодитесь. Но крылья, видите, они мягкие, но если сильно будете где-то прыгать, все-таки отколите. Клиренс, если, Сань, вот так сбоку покажешь, клиренс высокий. Но, опять-таки, отмечу, что в задней части он выше, чем в передней, вот смотрите. То есть, ну, сзади конкретно выше. Вот, то есть, ну, не с чем сравнить, но, тем не менее, я думаю, что отлично видно. Реально, кстати, вот здесь вот посмотри, крыло уже немножко мы где-то засадили. То есть, реально то, о чем я говорю, в общем-то, есть. Вот, и давай, Сань, вот сюда вот переместись. Смотрите, полноценные
полноценно у нас лопухи зеркал, то есть очень круто, даже несмотря на то, что это мини-ситикока. Вот такой вот большой борт-компьютер, давайте я включу, посмотрите, насколько читаемая информация. Вот сейчас, казалось бы, все такое монотонное, тусклое, и экран должен бликовать, но этого не происходит, плюс здесь еще пленочка. Реально цифровой, насыщенный, цветной дисплей. Зарядка, скорость, опять-таки пробег, передача, вот смотрите, меняем. Третья, видите, да, здесь всего три передачи, раз, два, три. Опять-таки, вся архитектура управления этим байком очень простая. С левой стороны у вас все то, что отвечает за электронную часть, то есть поворотники. Соответственно, включение фары передней светодиодной на четырех светодиодах. Сань, покажи, я включу. Хоп. Она яркая, она хорошая. Понятно, что она не имеет никаких, так сказать, светоограничений, светотеневых границ, ничего такого. Но, согласитесь, если вам нужно доехать вечером с электрички до своего, например, приусадебного участка, совершенно спокойно можно сделать это. Большие, удобные тормозные ручки. Ну, понятно, что здесь не гидравлика, а обычные тросики. Но посмотрите, насколько реально удобные большие ручки. Такое ощущение, как будто бы сюда компания White Siberia их просто перенесли со своих больших ситикок. Это очень и очень хорошо. И, конечно же, есть сигнал. С правой же стороны у нас отличное решение. Они не стали, несмотря на то, что это мини, они не стали сюда привносить вот эти вот самокатные детали. Они сделали все как у взрослых дядек. Посмотрите, здесь реально мотоциклетная ручка. И посмотрите, как плавно работает она. Смотрите, я просто чуть-чуть нажимаю, по чуть-чуть, и поехал, смотрите. То есть нету вот этой вот резкости. То, что важно для возрастных людей, для тех, кто реально, вот кому, собственно, предназначен этот байк, нету вот этой вот ненужной абсолютно резкости. Это круто. Он мягкий, тормоза здесь тоже очень мягкие. Ручки, посмотрите, какие легкие. И причем тормоза, видите, да, все работает. Ну, то есть, они реально вот одним пальчиком. Очень легко. Я не знаю, как они это настроили, как они это сделали, но это есть. Опускаемся на деку. И посмотрите, реально, они ее допилили. Если раньше, я сейчас открою, давайте сразу покажу. Если раньше просто вот снизу вместо вот этой красной, так сказать, крышки, просто висел, помните, была дека сверху, и снизу висел прямоугольный ящик. Это было, ну, блин, все-таки White Siberia, согласитесь. Вот не просто так мы вас потроллили вот в предыдущей модели. Здесь реально допилили. Прям смотришь, полноценно завершенная модель. Все, добавить нечего. До задней подвески сейчас доберемся. Там они тоже, в общем-то, допилились. Открываем. Вот такая крышка. Все как во взрослых моделях реально. И посмотрите вовнутрь. Внутри у нас как раз-таки лежит аккумуляторная батарея на 15 ампер-часов, 48 вольт. И просто вот ребята в White Siberia реально молодцы. Посмотрите, насколько большое корыто. То есть сюда влезет, ну, я думаю, я, кстати, форумы читал, смотрел некоторые видео, и люди умудряются сюда складывать 30-амперные батки. Представляете, 30 ампер-часов. То есть если сейчас мы имеем 15 ампер-часов и пробег, ну, я думаю, что даже если под 80 килограмм и так далее, ну, наверное, 35-40 километров он проедет. Представьте, что это можно увеличить вдвое, то есть практически до там 80-75 километров пробега. Но это много. Плюс контроллер, Сань, вот покажи вовнутрь. Это не обычный контроллер, который ставится на электросамокаты, а это, опять-таки, история с больших ситикок, это очень круто. Мы обязательно сейчас переместимся в офис, в тепло, и это разберем. Разбирается, благо, все просто. Здесь конструкция, видите, да, рама стальная, трубная. Все сверху, все это закрывается пластиком, так же, как и снизу. Все сделано хорошо. Аккумулятор, естественно, съемный. Все как на старших моделях. Закрываем. Смотрите, пластик гнется. То есть даже вот сейчас в мороз он не лопается. Ничего с ним не происходит. Это тоже хорошо. Сиденье по высоте регулируется, но опять-таки, видите, да, регулировка небольшая, но я понимаю, с чем это связано. Вот сейчас сиденье стоит в самом низу, во мне 180 сантиметров, я сажусь, и посмотрите, я уже как бы, видите, да, парю над рулем. То есть если просто-напросто поставить сиденье еще выше, ну, мне кажется, так вот уже и можно спилотировать. Но опять-таки, я-то молодой, а тот, кто будет на нем гонять, наверное, все-таки повзрослее меня будут. Им-то гонять ни к чему. Вот. Сидух, кстати, необычный, самокатный. Посмотрите, какая пухлая, мягкая. Просто как будто это зефирка. Класс. Назад перемещаемся. И вот здесь уже, так сказать, основные изменения, которые, опять-таки, компания White Siberia
после того, как услышала критику, изменила маятник. В задней подвеске установили маятниковую подвеску с вот такими вот пружинными амортизирующими, можно так сказать, элементами. Плюс везде, где крепится этот самый, ну, давайте так выражаться, элемент подвески, установлены резинки. Ну, то есть износ будет, но при этом все это заменить достаточно просто и недорого. Это понятно, что это бутафория. Давайте я откручу, покажу. Ну, так называемое украшательство, но не знаю, кому нужно, тот оставит. Ну, пусть будет, смотрится нормально. Очень хорошая рама, максимальная нагрузка, видите, на багажник 35 килограмм. Почему на багажник? Потому что, во-первых, есть сиденье, то есть можно с ребенком, например, куда-то доехать. Единственный минус, который мы сначала обнаружили, потом опровергли, нету, видите, подножек для ног. То есть вот человек сел, а ноги поставить некуда. То есть, соответственно, подножек нет. Но Владимир нашел, в общем-то, выход. Можно сесть, вот ребенок сел, обхватил там родителя, и ножки поставить можно совершенно спокойно вот сюда. Работает. Но основное все-таки предназначение – это грузоперевозка. Но есть, опять-таки, досадный промах в Сибири. Ну или не промах, или вы все-таки знали, что люди будут приходить в Пятерочку и утаскивать оттуда вот эти вот корзины. Потому что вот такая корзина, она... Ну, видите, она компактная, она небольшая. Накидайте в комментариях варианты, что сюда вообще можно положить. Потому что, ну, пакет молока, да, в общем-то, банку тушенку, да какой-нибудь пакет гречки, ну, наверное, не больше. Ну, или кому близко, три банки пива, пацаны. И сверху в облачко. Но, тем не менее, вот такая корзина, можно замочек привесить. Опять-таки, по мне... Реально, вот ребята молодцы, хорошо сработали из Сибири. Сюда крепление идентичное, вот посмотрите, вот они эти дырочки. Абсолютно вот этот ситикоковский большой кофр, сюда вот с подспинником, вот этот вот хорошим сапорником, отлично сюда встает. И как по мне, я бы, наверное, установил его вот сюда, вместо вот этой, вместо, соответственно, вот этой корзинки и вместо этого сиденья. Потому что он бы обеспечил мне... упор для спины, и, соответственно, он большой. Помните, туда реально влезает, там, я думаю, что порядка 20, а то и 25 литров всякой провизии. Но здесь есть вот такой элемент приятный, как спинка. То есть, по большому счету, ну, даже если ты устанавливаешь сюда сиденье, продумано, даже есть спинка. Удобно. Причем-таки опять подвеска, вот, посмотрите, она, по большому счету, да, она упругая, но это она упругая, потому что я не сижу. А вот когда я сяду, посмотрите, просто какая амплитуда работы. Смотрите. Это необычно. Ну, то есть, ты когда едешь, и начинаются кочки, ты не просто там дун-дун-дун-дун, как тебя трясет, подбивает. Нет, ты просто начинаешь вот так плыть. Эх, это весело, реально говорю. И подножка. Вот опять-таки, похвалю White Сибирь. Да, она кондовая. Да, она, может быть, чуть-чуть выглядит как-то, ну, что-то вот, как бы элемент, что это за фигня. Но на самом деле, это реально рабочий вариант, опять-таки, от старших моделей Ситикока. Посмотрите. Максимально простая конструкция. И это главное, на самом деле, слово вот про этот электроскутер. Что это простота конструкции, максимальные возможности по тюнингу. То есть сюда можно поставить увеличенные контроллеры, хоть два. Сделать его полноприводным, легко. Большой аккумулятор. Вы видели, какой корыто, туда поместится все и сразу. При этом сзади вы можете поставить кофр, можете установить сиденье. Либо, я не знаю, если вы работаете курьером, увеличили себе батарейку, поставили себе внедорожную резину для зимы, сделали полный привод, то сюда совершенно спокойно можно ставить вашу сумку, какую-нибудь приделать бак. Вообще, возможности для использования вот этого аппарата реальное множество. Просто великое множество. Крылья хорошие, рабочие. Тормоза дисковые, хорошие, рабочие. Отличный, соответственно, вот этот дисплей. Есть и поворотники, есть и свет, есть сигнализация. Аккумулятор съемный. И все это действо, вот все-все-все, под ценой 53 900 рублей в 2022 году. Это мега выгодное предложение. Просто я даже не знаю, какие варианты есть, вот чтобы с этим набором функционала при этом настолько... было надежным и простым в эксплуатации. Просто вот вам нужно поехать в магазин. Вы вышли, сели и поехали. Приехали, аккумулятор сняли, зарядили. Потом, когда вам нужно, вы опять поехали. То есть это не для тех людей, которые любят электросамокаты за то, что они доставляют удовольствие, что можно поднавалить. Это не для вас, это не туда. Нет. Это для тех, кто любит в парке прокатиться.
Может быть, взять с собой ребенка. Может быть, девушку легкую. Ну, там, на самом деле, 35 килограмм, мы, понятно, что это компания «Вайт Сибири» себя несколько так оберегает. Но я думаю, что 55 и даже 60, если здесь будет сидеть, нормально он будет ехать. Здесь 1200 ватт мощности. Нормально он хорошо едет. А с этими колесами, да что я говорю? Владимир, покажи, как он едет. Как тормозит, как рулит. Да? Погнали! Друзья, всем привет, с вами Владимир. Сегодня мы посмотрим, как едет данный аппарат Вайт Сибири Лайт, Мини Лайт. Вот сейчас жму в максимум. Конечно, такая дорога здесь не очень, так скажем, снег идет. И прям вот быстро ехать, ну, честно вам скажу, не очень комфортно. Так, ну что могу сказать? Посадка удобная. То есть вот спина у меня ровная. Площадка для ног такая просторная. Даже можно, мне кажется, пакет еще поставить спереди. Едет мягко. Претензий к этому нет. Но, конечно, тут у нас покрытие такое, лед. Так, небольшой, так скажем. И как летом навалить не получится. Но сейчас мы посмотрим, как дальше обстоят дела. Может быть, сейчас я поднимусь в другое место. Ну, вот сейчас в пол жмю. И при этом, знаете, как разгоняется он плавно. То есть нету никакого резкости, ускорения какого-то. Все это плавно, то есть не дергает ничего. Ручка газа удобная. То есть ей управляет силу тяги очень удобно. Внутренний бортовой компьютер показывает, что я еду со скоростью 42. Вот еду в горку, показывает 40, 39. По мягкости, знаете, вообще нареканий нет. То есть сбалансировано все. Так, ну вот я думаю, что отсюда можно поехать попробовать обратно. По тормозам все отлично. Так, ну скользко, скользко здесь, конечно. Здесь не обработано ничем, никакими реагентами. Так что это опасный трюк сейчас. Но я думал, что это уже близко сейчас скорость была к максимальной скорости. Интересно посмотреть, насколько он хорошо заедет в гору. Как помните, кто смотрел наше видео, здесь подъем достаточно суровый. Ну, давайте остановимся полностью, да? И мне все-таки интересно, какая была максималка. А максималка была, друзья, 40 км в час. Это хороший результат для такой техники, не очень большой. Так, ну что, давайте вот тут подъем. Подъем, причем он заснеженный сейчас. Но по ощущениям прям сразу скажу, что в горку легко едет. С моим весом 85 килограмм никаких сложностей тут не возникает. Причем это задний привод. Легко. Здесь не каждый самокат на заднем приводе заезжает. Куга М4 заехать не смогла. Вайт Сибири молодцы, мотор стоит тяговый. То есть, может быть, не скоростной, не 60 он едет. Можно ограничить максимальную скорость выбором передачи. На какой скорость мы едем, на первом, второй или третий. Здесь вот такой асфальт неровный, но никакие биения в руль я вообще не ощущаю. Здесь вот и лед бывает, встречается. Сглатывает передняя подвеска все достаточно хорошо.
Мне кажется, очень хорошо себя покажет данный аппарат по пересеченной местности. Ну и также по городу. И весит он совсем немного, то есть немного. Так что только одни плюсы. Ух ты! Так резко тормозить, конечно, по такому покрытию не очень. Итак, друзья, как и говорил, переместились в офис, разобрали вот этот вот мини-лайт от компании White Siberia, 1200 ватт, напомню, мощности. И нам есть что показать. Есть удивительные моменты, про которые я вскользь упомянул во время обзора. А есть моменты, которые таки разочаровывают, но это не значит, что это плохо. Это значит, что есть куда расти, куда двигаться, куда работать компания White Siberia. Давайте начнем с деки. Деку, понятно, я вам открывал ее в обзоре, показывал. Здесь лежит аккумуляторная батарея 15 ампер-часов. Она в металлическом боксе. Ровно такая же история вот у больших собратьев. То есть дека, вот эти вот все пластиковые обрамления или, так скажем, оперение, оно вот на таких вот, опять-таки, одинаковые совершенно шурупы, как и здесь на большой, так и на минике. То есть различий вообще нет никаких. Та же сварная конструкция рамная. И вот посмотрим сюда. Владимир здесь отметил контроллер, как от CityCoke, да, то есть одно и то же 25 ампер он. Смотрите, какой он большой. Вауль, что, какая особенность ты отметил по этому контроллеру? Поближе микрофон, чтобы... Не встречал я вообще в технике, чтобы тут ставили такого формата предохранителя. Угу. Вот стоит, да? То есть в случае какой-то перегрева, перегруза, я думаю, да? Что какое-то короткое замыкание, он сразу сгорит, самый первый. Ну, тем самым убережет контроллер от, собственно, выхода из строя, да? Правильно? Да, да. Ну, это, я так понимаю, самое простое. Самые простые разъемы, да, ничего здесь такого. Ничего такого сверхъестественного. То есть здесь мы обратили внимание именно на подход, то есть несмотря на то, что это, в общем-то, бюджетная модель больших собратьев, в общем-то, контроллер лежит, экономить на нем не стали, контроллер от большой CityCoke, правильно? Да. Ну и вы видите сами размеры, то есть совершенно спокойно второй контроллер сюда поместится, плюс аккумуляторную батарею есть куда подвигнуть, и... Я вам сейчас просто покажу, потому что на CityCoke, на больших, таких решений я не видел, как лежит аккумуляторная батарея. Ну-ка, Вауль, держи-ка, убери-ка. Слышали? Она на липучках. Представляете, реально, просто заморачиваться не стали, придумывать какие-то тут крепежи. Просто раз и, соответственно, на липучке закрепили. Ручка, кстати, у аккумуляторной батарейки есть, что тоже удобно. Значит, здесь, что из минусов, мне не очень понравилось. Выглядит хорошо байк, да, все как бы отлично, хорошо. Но, слышите, да, то есть вот здесь материал достаточно, вот этот пластик мягкий, я сейчас покажу, да. Ну, то есть вот сломать его будет сложно. А здесь как будто бы такой стеклопластик. То есть я думаю, что если где-то вы проскочите какой-то булыжник, яму и так далее, и ударите в корпус, наверное, можно его спокойно разбить, но при этом... Покажи, пожалуйста, Саня, это не цельный элемент, это все-таки, видите, да, разборный, из нескольких частей он состоит. То есть, по большому счету, даже если вы разобьете, я думаю, что у компании White Siberia есть запасные части такие, поменять его можно легко. Опять-таки, перемещаемся в заднюю часть, и мы с Владимиром Владимировичем сняли, в общем-то, вот этот маятниковый рычаг. Внутри обнаружились, естественно, вот такие вот сайлентблоки. Мы его достали. Не знаю, как Владимир Владимирович это сделал. А он там не запрессован. То есть он не запрессован, просто туда был вставлен. Понятно, что это что-то такое самое, наверное, доступное. Вот. Опять-таки, вроде хорошо, но с другой стороны, в ответной части на раме вот эти вот ухи, можно так сказать, да, они без какого-либо рода подшипника, либо втулок, либо еще чего-то. То есть, по большому счету, сюда, наверное, надо будет допрессовывать втулочки. Движемся дальше. Понятно, что здесь вообще и так видно, что там резинки внутри стоят. Ну, не стали откручивать. И мотор, колесо, конечно, мы подраскидали. Давай я покажу. Два с половиной, да, или пока рулеточку принесешь. 2,5 сантиметра, но мы сейчас еще раз при вас замерим. Такой вот магниты. Обратили внимание на то, что все-таки не в ширину. Компания White Siberia колесо-то делала вот это вот мотор-колесо, да, магниты, а соответственно
в количество, да, и вот в этот объем. То есть это тяговое колесо, мы это совершенно спокойно с вами видим. Плюс мотор-колесо, и это, кстати, когда Владимир ехал, вот в эту гору лютую взбирался, насколько легко, казалось бы, практически 1000-ваттный самокат, 1200 здесь я напомню, взбирается в такие подъемы. Все есть, смотрите, датчики холла, все сделано аккуратно. Ну, то есть, каких-либо таких каких-то проблем и особенностей я не заметил. Соответственно, диск, вот здесь видно кусочки, сидит на герметике. Герметик хороший, влаги нигде нету. То есть, никаких повреждений, все, видите, да, хорошо сделали китайцы. Вот, за это респект. Несмотря на то, что модель-то бюджетная, вот, ну, как относительно бюджетная. Но, опять-таки, относительно она столько для нас, да, потому что если переводить это все в доллары, то это где-то порядка 800, там, 700-800 долларов стоит. Поэтому недорого, будем так говорить. Хоп. Ну, 2,3 сантиметра. Да. 2 сантиметра 3 миллиметра. Вот. Подшипники, не знаю, как долго прослушать подшипники, потому что по большому счету смазка здесь есть, но никак они не защищены. Здесь вот есть сальничек. Вот. Ну видите, да, по большому счету даже гидроизоляцию, когда делаем, здесь ничего не трогаем. По большому счету можно поменять на хорошие какие-то, но все равно даже стандартные вот эти вот и сальники, и подшипники, срок, вот летний сезон отслужат нормально абсолютно. Ничего не будет с ними. Ну что, что-то больше здесь особенно показать-то и нечего. Единственное, на чем я заострил свое внимание, это то, что компания White Siberi указывает, что передняя амортизационная вилка, вот эта, она регулируемая. Я так и не понял, как она регулируется, потому что сверху вход под шестигранники есть. При этом повернуть нам их не удалось. Но вполне возможно, меня вдруг сейчас, Вавуль, посетила мысль, давай попробуем кое-что сделать. Сейчас мы на секунду отключимся, попробуем сделать, а потом снова включимся. Да? Давай. Проверили наши догадки, ничего, в общем-то, не получается у нас отрегулировать. Мы отпустили вот этот вот рычаг, да, получается. И хотели, соответственно, вот это вот с помощью шестигранника проверить, если здесь, так сказать, вкручивается или откручивается специальный упор, который сжимает пружину. Нет, нету, друзья мои, не пойму до конца, как же этот амортизатор регулируется. Масло внутри есть. Вес байка, не сказал, 35 килограмм, достаточно легко. Соответственно, такой лайфхак от меня. Аккумулятор сняли, отдельно отнесли, удобно с ручкой, а потом его поднимайте. Легче становится килограмм на 10 точно. Потому что аккумулятор реально килограмм, наверное, ну, не 10, конечно, но килограмм, наверное, 7 весит. Да? Попробуй. Да. Относился. Вот и все, дорогие друзья. Спасибо, что посмотрели. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Залетайте в Инстаграм, там у нас интересные различные новости. Ну и попробуем в ближайшее время порадовать вас новинками. Все, всем пока. Женек Люксвилл, всех обнял.